Привет, дорогой друг, ты смотришь дневник Дня первокурсника. Меня зовут Роман Полинсков. Сегодня очередной день фестиваля. Сегодня играют два института. Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций и Институт филологии и межкультурной коммуникации. Самый настоящий гуманитарный день. Что нас ждет на сцене, только увидим в зале. Все было засекречено, никто ничего не рассказывал, никто ничего не показывал. Поэтому очень интересно сейчас пройти в зал и посмотреть на это. Но прежде чем мы туда пройдем, хотелось бы поинтересоваться у самих актеров, у самих режиссеров и у самих зрителей, что они ждут от этого концерта и что мы можем все-таки увидеть. Поехали смотреть этот выпуск до конца. Будет много всего интересного. Погнали! Как по мне, так это самый мощный день фестиваля. Да, хоть я это несколько раз уже говорил, но такого удачного расположения институтов расписания я не видел. Бонус сегодня еще и гуманитарный день. Так как ведущий сегодня ни в коем случае не предвзят, и было решено изначально поговорить с ребятами из Института филологии. Не будем мешать нашим готовиться. Готовы к представлению? Да, конечно, готовы. Мы представляем со своим коллективом уже четвертый год на Дне первокурсника. Вот, то есть четвертый курс, выпускной, и снова стать первокурсником – это всегда очень волнительно и всегда очень мощно. Что ждаете от Дня первокурсника? Ой, от Дня первокурсника, как и от любого концерта, я ожидаю очень много положительных эмоций. Всегда новые знакомства, новые лица, это новые огни в глазах первокурсников, и это доставляет огромную радость. Первый концерт стартовал, и сразу чувствуется самый настоящий позитив. Нет загруженной канвы, нет сложных речей и номеров, а есть то, что действительно помогает зрителю расслабиться и отдохнуть. Оцените сами. Что? Эрудированные люди, они поймут, что с одной стороны так, а с другой иначе. И вообще есть такая тонкая-тонкая грань в этом вопросе, понимаете, да? Спасибо, очень информативный ответ. Скучно рассказывает, ты засыпаешь. И что теперь, бездельничать? Кто это бездельничает? А пока мы считаем итоги голосования в нашем... После концерта обязательно надо пообщаться со студентами СФН. Нам повезло, среди всех мы смогли найти маленькую рыбку Булата, которую уже в свои ряды завербовали всеми известные громкие рыбы Кирилл и Тимур. Ты только что вышел со сцены, расскажи свои ощущения. Это было просто шикарно, это было реально классно. То есть мы все очень волновались, очень-очень. И, ну, все прошло на высшем уровне. Все было прям феерично. У меня даже слов нет на самом деле. Переполняют эмоции. Что ты до концерта ожидал? До концерта? Я ожидал, что все будет гораздо сложнее, и волнение будет гораздо больше. То есть каждую минуту на сцене будет вот такое вот давление, и тебе будет очень сложно. Но на самом деле, ты выходишь на сцену, и это все уходит, ты получаешь дикий драйв, дикий кайф, бурю эмоций, бурю энергии, это все очень классно. Посмотрев на часы, мы поняли, что до второго концерта осталось 10 минут, и тут как раз навстречу к нам шел Роман Петрович Баканов. Мы прекрасно помним, как он благодарил всех причастных к студвесне. Что он скажет на этот раз? Прежде всего, не смотрелось на время, а это значит, что концерт прошел ровно. Технически нормально, на мой взгляд. На взгляд со сцены и за кулис еще подумаем, посмотрим. Все номера записали, видео сделали, фотографии тоже. Сейчас посмотрим, как. Ну, честно говоря, вроде драйв есть, эмоции есть. И еще раз повторю. Вроде кажется, что даже немножко. Вроде кажется, можем больше, хотим больше, но поскольку сократили немножко концертную программу, надо же соответствовать. Поэтому соответствуем. 49 минут. Нормально. Прямо сейчас я нахожусь с человеком, которого мало кто видит и мало кто слышит. Но мы сегодня развеем этот миф. Мы наконец-таки услышим, как звучит голос великого фотографа группы «Мяу» и всего Казанского федерального университета Никиты Тахтасинова. Никита, добрый вечер тебе. Как дела, как настроение, как тебе фестиваль? Настроение отличное, дела хорошо, фестиваль приятный, я так сказал бы. Все очень интересно, как всегда, что-то открывается новое. Всем дарим аватарочки, как мы это умеем делать, и как-то так. По сравнению с прошлыми фестивалями, даже возьмем студвесну, День первокурсника 2015 года, есть какие-то отличия? Есть очень серьезные отличия. Все дни первокурсников всех институтов, они стали чище. Номера стали лучше, подготовленнее, вокал стал сильнее, танцы мощнее, стемы смешнее. То есть, ну, они сильно, концерты стали чище. То есть такое ощущение, что День первокурсника сам по себе уже по своему уровню поднимается ближе к Дню студвесны. Вот так вот, потому что они выросли уровнем намного. Сам хотел бы поучаствовать в данном фестивале? Не в роли фотографа, который бегает везде и радует своей веселой шапочкой, а в роли человека, который бегает на сцене. Ну, я скажу так, что мое место на баррикадах там, вот под сценой, делать всем аватарочки. На сцену меня не тянет, простите.
Хорошо, пожелания первокурсникам, которые еще не выступали, и по гала-концерту, может, что-нибудь скажешь? Что я вам могу пожелать? Не стесняйтесь проявлять себя, не бойтесь ничего, действуйте, творите, удивляйте себя и всех окружающих. Добрый путь в творчество. А теперь даешь старт самой длинной программы всех фестивалей КФУ. Филологи на сцене. Здесь уже просто нечего сказать. Они, как всегда, на уровне. Всегда мощные концерты. Естественно, их же этому там учат. Прям как в моей любимой песне. Бухгалтер, милый-милый мой бухгалтер. Я Константин Туманов. А я Изабелла Иванова. Фамилия. Прям как у моего любимого босса. Солнце, звезда. Кредиты предоставляются в безналичном порядке. Ты не реагировал на мои шутки, а только чопорно объяснял условия кредитования. Ну точно офисная лампа. Вся четкая, лаконичная и используется только по делу. Под конец дня нам удалось найти вечного культурга Аделю, которая подвела итог всего творческого дня. Я нашел человека, который радует просто своим внешним видом. Привет, матуры! Привет! А это Аделя Сидикова, культурка Института социально-философских наук и массовых коммуникаций. Ну что ж, поздравляю тебя с твоим первым концертом в этом институте. Твои ощущения, что ты думаешь по поводу этого концерта, что ожидала, что не ожидала, что, может, тебя удивило? Все прошло здорово, на самом деле. Очень радует, что все ожидания, которые мы ждали, точнее, все вещи зашли, публика хорошая. Что отдельно хочу выделить, мы сегодня выступаем, играем, точнее, вместе с моим бывшим институтом ФМК, и радуют теплые отношения со стороны другого института тоже. В общем, все молодцы, мы молодцы, они молодцы, ребята, которые участвовали, отдельные молодцы. В общем, все круто, и 100 из 100, мне кажется, все выполнили свою задачу сегодня. Хорошо, главный вопрос, который беспокоит всех. Кто возьмет гран-при? Кто возьмет? Ну, я не буду говорить, как в предыдущем моем интервью я вам говорила. Не знаю, думаю, что победит сильнейший, вот так. А, уже так, то бишь, да? Ну и на этом все. Очередной день Дня первокурсника подошел к концу. Большое спасибо Институту филологии и межкультурной коммуникации за насыщенный концерт. Большое спасибо Институту социально-философских наук и массовых коммуникаций за концерт с более мажорными нотками. Радует то, что ребята начали прогрессировать именно в этой сфере. То, что нет у нас больше таких прям заумных речей, которые прям трогают за душу. А есть такие еще, которые могут повеселить просто зрителя. И это действительно только радует. На этом все. С вами был Роман Полинсков. Смотрите нашу программу на нашем телеканале, а также в группе ВКонтакте. Ссылку ты видишь на экране. Еще увидимся. Пока-пока.